Сегодняшняя игра называется «Кот и мыши». Чем больше игроков, тем лучше. Запоминайте правила. Вначале нужно выбрать одного игрока, он будет котом. А все остальные – мышки. Кот стоит в сторонке, а мыши подходят к нему со словами. Вышли мыши как-то раз посмотреть, который час. Раз, два, три, четыре. Мыши дернули за гири. Вдруг раздался страшный звон. Побежали мыши вон! Вот тут-то и начинается самое главное. Кот должен поймать хотя бы одну мышку. А тот, кого поймали, тоже становится котом. И теперь коты ловят мышей вдвоем. Потом втроем. А потом вчетвером. Мышка, которую поймали, самый последний, становится победителем. А если ее вообще не поймают? Тогда этой мышке присваивается почетное звание победителя котов и выдается специальный приз. Если бы у меня был почетный приз победителя котов, я бы с тобой поделился. Да, жаль, что у тебя нет почетного приза победителей котов.